думаю, что в наших силах сделать, что это снова будет прекрасно. Я уверен, что так оно и будет. Это первый день съемок новых «Папиных дочек». Бессменный режиссер Александр Жигалкин толкнул трогательную речь перед тем, как разбить тарелку. Все составляющие успеха есть. Прекрасная компания «Старт», канал «СТС». Это все вместе дает невероятный оптимизм. И я счастлив, что сегодня я вот это делаю. Ура! Девочка! Видите, как только режиссер разбил тарелку, все кинулись разбирать осколки. Это исключительно российская традиция, которую ровно 100 лет назад случайно начал великий Сергей Эйзенштейн. 20-е годы СССР, первый съемочный день фильма «Броненосец Потемкин». Все были готовы начать, кроме актеров, которые никак не могли закончить обедать. Тогда Эйзенштейн вырвал у одного из них тарелку и разбил об штатив, пригрозив, что если все не начнут срочно работать, то следующую он разобьет об чью-то башку. После этого съемки сразу начались и прошли как по маслу, а «Броненосец Потемкин» стал одним из лучших фильмов всех времен и народов. С тех пор, после первого удачного дубля, берут тарелку, пишут имена всей съемочной группы и название фильма, после чего режиссер разбивает ее об штатив камеры, и все разбирают по кусочку, чтобы после съемок собраться вместе и сложить тарелку обратно. Давайте, Бог в помощь! Киношники вообще очень суеверный народ. Например, на съемках никогда не говорят «последний дубль» или «последняя сцена». Всегда говорят «крайний». Кстати, в автоспорте тоже. Так что будете на съемках или на гонках, никаких последних, только крайние. Иначе сглазите, и на вас повесят все неудачи.